класс. Сегодня мы вручаем подарки в коллекции дядюшки на повторке нашим подписчикам. Ребята, ура, ура, ура! Наконец-то мы вручаем сегодня подарки нашим подписчикам. Как мы обещали, все повторки сегодня будут вручены. Да. Ребята, мы много кому написали адрес, но мало кто ответил. Ребята, мы просили вас, писали на почту, пришлите нам адрес, укажите, кто получатель. Но вы либо не отвечали, либо отвечали частично, и этой информации не хватает для того, чтобы отправить вам посылку. Поэтому сегодня те 6 подписчиков, которые нам ответили, которые написали, которые дали свой адрес, мы их называем и вручаем им подарки. Свечи твои глобрюху мы вручаем Зориду. Ярослав, Россия, село Бессоновка, поздравляем. Ожидай, скоро твой иглобрюх к тебе приедет. Ярослав, поздравляем, ждем. Все, Колобок тебя ждет, скоро он к тебе приедет. Приплывет. Прилетит. Приплывет. Или приплывет. Один же плавает, он приплывет к тебе скоро. Черную пирамиду отправляем Жасулану. Да, Кадырбаев, Жасулан, Россия, да. Город Горно-Алтайск. Поздравляем, доставай пиранью, показывай ее. Черная пиранья. Ого, черная пирашка ждет тебя. Да. Скоро ты ее получишь. Да. Жасулан у нас же давний подписчик, так что ему отдельный лайк. Да, Жасулан молодец, продолжай в том же духе, оставайся с нами. И спасибо, что ты у нас есть. Да. Ирина Дереку получает для своего внука краснохвостого сома. Да, краснохвостый сомик у нас отправляется в Россию, в город Томск. Вот такого краснохвостика я вам отправляю. Классный сомик краснохвостый, так что играйте, радуйтесь. Да. Почему все в Россию? Это очень интересный вопрос, Руслан. Ребята, у нас очень много наших друзей, подписчиков из Украины, из Казахстана, из других стран. Мы вам писали, чтобы вы нам прислали все адреса. Но опять по все той же причине, ребят, нам не ответили. Но если вы нам предоставите все эти сведения, тогда мы сможем отправить без проблем. Да. Но уже не в этом видео, ребята. Вы уже свои первых 6 счастливчиков мы сейчас называем. Да. Это слово Наталья для Макара. Отправляем что мы ей, Руслан? Питонистого морского дракона. Вот а большой морской дракон. Отлично, это наш победитель, который в битве пираньи победил, занял первое место. Так что вам достается победитель. Да. А покажи, куда мы отправляем? Мы отправляем в Россию, город Москва. Отлично. Андрей Гараспалов для Федора. Черного сомика мы отправляем в Россию, Москва, Солнцево. Вот такой замечательный черный сомик. Севастрим получает ската. Россия, Москва, точнее не Москва, а рядом с Москвой город Химки. Классно, отлично. Сева, поздравляем тебя, ты тоже наш давний подписчик. Да. Молодец, держать в том же духе. Да. Я вас поздравляю еще раз, кто получил подарки. А кто не получил, не расстраивайтесь. Мы будем еще снимать видео и также разыгрывать повторы. Ребята, у нас выходят новые коллекции Диагостини. Буквально в ближайшее время вы их увидите. И если там будут повторы, мы также их разыграем. И еще, Руслан, помнишь, мы тоже в нашем прошлом видео говорили, что у нас ведь есть повторы с прошлых еще коллекций. Например, крабы, скорпионы. Ребят, есть... Ну да, скорпионы, но там в этой коллекции крабики есть, вот. А, также у нас игуаны есть повторы. Да, есть крокодилы, не помню, есть или нет. Ну, есть крокодилы. Вот. То есть, ребят, вы посмотрите наши предыдущие ролики. Если кому-то что-то интересно, вы нам пишите, и мы тоже будем это разыгрывать. И тоже отправим вам, почему бы и нет. Радуйтесь вместе с нами. Ребята, одна просьба. Когда получите подарки, напишите мне об этом. Номер 206.
я отправил посылки, примерно через 2 недели они к вам придут. Ребята, хотите видеть еще больше интересных видео? Тогда нажимайте на кнопку подписаться и не забывайте ставить лайк. Лайк, лайк, лайк!